Как капканить правильно телефон? Такой капкан не даст выжившему его быстро починить и вызвать полицию. Попадая в первый капкан при ремонте, выживший будет еще в состоянии вызвать полицию. Если же у него не будет хилки или ножа, то второй капкан его просто убьет, поэтому в любом случае придется отступить. Тем более, пока он будет диффузить второй капкан, вы сможете спокойно сюда прилететь и наказать этого товарища.